Теперь моя классическая стопочка здоровья, да, будем с вами ее набирать. А, Германия – это поддержка женского здоровья, профилактика онкозаболеваний, снабжение кислорода, клеток кислорода. Дальше у меня идет домионизитол, дехироинозитол. Он восстанавливает обмен веществ, поддерживает, что у нас тут, я забыла уже, оральная функция и контроль веса. То есть я все время борюсь с лишним весом, соответственно, мне это нужно. Оральная функция – это количество яйцеклеток в вашей жизни, да, созревающих. Если вы находитесь человек, который хочет забеременеть, то вот вам вот эта история. Мне забеременеть нельзя, я регулирую обмен, не надо точнее, я регулирую обмен веществ и болезненные месячные. Да, для меня вот эта история важна. Новамин. Почему я пью новамин? Новамин – это антиоксидант, он выводит из организма плохие клетки. Плохие клетки отравляют наш с вами организм и заставляют болеть. Если только коротенько, вчера я гораздо дольше об этом рассказывала. И у меня два тут товарища, вот они, два боксика. Первый боксик, он всем вам известен для профилактики остеопороза, я его пью. И второй мой боксик будет еще, я пью вместе с мужем куб защиты суставов. То есть, заметьте, я сюда больше себе не добавляю омегу, потому что она есть в кубе. На завтрак, сейчас я вам покажу, что я пила, ну, точнее, сейчас покажу вам. Вот. Вот это я сегодня выпью. По-хорошему, сюда бы какую-нибудь мегавитаминочку еще. А, подождите, у меня же ритм здоровья есть. Все, красота, ритм здоровья. Я как раз сюда сейчас и добавлю.